Всем привет, всем доброго дня, доброго времени. Очень долго не было никаких фильмов, но начинается охотничий сезон, точнее. Завтра уже открытие с утра на водоплавающую, вот на полевую дичь, но мы едем на утку. Я уже погрузился, у меня полный скраб, полная машина. Это еще не все. Еще у нас в машине... Здесь полная машина, самый главный товарищ. Чё, Бим, твое первое открытие, да? Ты очень хочешь поехать? Хотел бы, да? Хочешь? Точно не знаешь куда, но хочешь. Да, главное ехать. Да, ему главное ехать. Сейчас заезжаю за другом, за Тимуром. Еще потом заеду за старшим сыном в деревню. И выезжаем сегодня доехать. В планах до угодий расположиться. Ну, до этого я сделал разведку, нашел, где утка примерно, а много не надо, самое главное, чтобы была. Вот. Расположиться лагерем, а завтра с утра уже вставать на утрянку. Ну, а дальше видно будет. В общем, все, поезжаем. Че, погнали? Бим. На охоту, Бим. Все, сидеть, место. Поехали. Так, друзья, пока едем, я краткую информацию хотел бы вам сказать. В описании я оставлю ссылку на Рутуб, на наш российский видеохостинг, потому что, ну, почти все из вас знают, что Ютуб уже потихоньку начинает тормозить в России, и большая вероятность, что дальше будет только хуже. Вот загрузка видео уже не та, и качество высокое отсутствует. В общем, ссылочка на Рутуб в описании. Подпишитесь, пожалуйста, у кого есть желание, чтобы не пропустить новые фильмы в хорошем качестве. Там параллельно будут выкладываться также все фильмы, что и на Ютубе. Вот. Ну и, соответственно, если вдруг что-то случится, чтобы все эти фильмы сохранились. Так что, пожалуйста, переходите по ссылочке, подписывайтесь. Также оставлю ссылку на телеграм-канал, где публикуется гораздо больше информации, больше фотографий, нежели, ну, скажем так, в видеофильмах. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь. За одним охотником заехали. Кто его знает, тот знает. Ссылочку на его канал я оставлю. Напомню, что это тот человек, который переживал за потерю моего канала больше, чем я сам. Вот. Ты готов на охоту? Ну, я, конечно, не охотник, но готов. Но он взял треногу и обещал варить уху. Так что польза будет. Ну ладно. Погнали. Теперь там в деревню, забираем сына и едем дальше. Теперь вся компания в сборе. Главный охотник. Савелий, на охоту? Поехали. Все, теперь там еще 150 км. Мы будем на месте. Все, мы на месте. Вот такая у нас локация. Здесь вот речка. Тут вон какое-то озерцо. Вот на разведке были утки, вот там садились. Немного, но нам хватит. Степь. Ну, это наш южный район Самарской области, вот тут, на малой родине. Сейчас расставляемся, лагерь планируем поставить вот здесь. Какие-то свиньи на свинчи нужно убрать. Поставим здесь и все, будем готовиться. Попробуем щуку поймать на спиннинг, хотя бы на уху, на вечер, если получится. Папа, приехали. Приехали, сынок. Ты готов к охоте? Устал ехать? Да. Вот не знаю больше, у кого радость, у ребенка или у собаки. Иди сюда. Бим, догони меня. Бим. Бим, хоть скучно. Смотри, как калибр будет. Ну, Тимур у нас не охотник. В своей жизни ни одного зверя не добыл. Хоть порыбачит сейчас, может, пару щук нам на уху. Наш бивак готов. Ну, скажем так, пока без еды. Все мы приготовили. Кастрюльки, чашечки, стулья, стол. Утки у нас там крякают, сидят, я прям слышу. Вот там они, вот метров 500, наверное, там вот болотина. Сейчас вечерка начнет.
солнышко сядет, и часов в 9 они, я в 9 следил, они в 9 начинают подниматься и на поля идут кормиться. Вот, а мы пойдем посмотрим попозже, что и как, где нам вставать. Самый главный охотник. Кушать хочешь, Савелий? Да, сейчас приготовлю себе. Чего ты приготовишь? Чего-нибудь? Сейчас дядя Тимур у нас попробовал, поехал на лодке щуку попробовать поймать на ужин. Но если нет, то придется довольствоваться пока сосисками. Не успели мы ничего. А завтра сосиска. Будем надеяться, что шулюм у нас будет. Это святое. Ну все, ждем рыбака. Абиму надоело с нами сидеть. Он в активном поиске что-то нашел. Че, Бим? Че там? Че там? Видишь? Сейчас для собаки раздоли, погода прохладная, вечера уже холодные, ночи. Запах много. Самый прекрасный закат это в степи и ну, в океане, в море. Что еще может быть лучше? А утки крякают, крякают. Так, за дровами мы пришли, сухостойно увидели. Но она, кажется, не просто засохла. Мы тут не одни. Смотрите, как бобер поорудовал. Зачем валить здесь такой? Такое дерево непонятное, речушка там протекает, но тем не менее бобры водятся. Ну, пойдем, вон, пошли вон тот сушняк наберем, пойдем, вон туда, к сухим веткам. Вон, куда Бим пошел. Я знаю, как рубить топор. Молодец, куда Бим пошел. Я хочу рубить. Надо не дровосек, а вот сейчас здесь вот зарубим дров, ну, в принципе, хватит на два дня. Так, ну а что тут у нас с речкой? Вот речка. Такая вот. И там где-то наш рыбак плавает. Рыбак где-то плавает, да. Внезапный капкан. Идешь, опа, и ушел. Вот так вот бобры делают подлянки. Можно ноги переломать. Класс у него. Вот поэтому вот он здесь выходил и шел грызть, долбить дерево точить. Бобер, блин. Че, Бим, есть запах, да? Он, походу, учуял его, то видишь, так и лезет туда. Вот. Да, там его ход. Ходочка там. Сейчас всех разгрызет, Бим, да? Учуял он его, да, запах. Может, хватит уже? У нас нарной спаниель. Походу, ход рабочий, наверное. Добим. Это у нас яктерьер, что ли? Залез в нору. Не боится. Надо тебе фонарик дать, может быть. Собака ушла в нору. Что, Бим, там он, да? Там сидит? Давай. По-любому там. Давай его. Давай, Бим, туда. Туда, Бим. Сидит, чего стоит он его. Да. Спаниель-яктерьер. Слез туда в нору. Да. Потеряем. Что, бобра тащит? Ну, он запах чувствует теперь. Все, собираем дрова, идем. Погнали. Я что-то помню. Че, блин, там ходит он, да? Эх, живет тут кто-то. Все, дровишек набрали, идем. Все, потянули они на вечерку. Ну, им помогли. О, кузнечик. Тимур там плавал, по речке, видать, доплыл. Сейчас поднялся, косяк ушел. И второй пошел. Все, и пошли они туда. Вот еще поднимается. Еще поднимается. С этой стороны пошли. И он стоит. Ну, в общем, они на кормёжку. И он стоящий. Да, да, это они все оттуда, Савель. Вот они сейчас там поднялись. Завтра нам с утра туда идти с тобой. Так, самый главный охотник готов. Ну что, 4 утра подъем? Поиск. Тепло? Да, тепло, не то, что на улице. Если замерзнешь, мешком накрывайся и все, ладно? Да. Все, давай. Вот так вот? Да. Все, сынок, спокойной ночи. Спокойной ночи, папа, люблю тебя.
Ну все, сын спит, а мы еще с дядей Тимуром посидим. У нас еще ужин. И спать тоже через часок. Всем до завтра, до утренней зорьки. Где Бим? А. Ты бегал пить, что ли? Все, ты охраняешь лагерь, понял? Лагерь на тебе. Чтобы в палатку не смел заходить. Завтра на охоту. Спокойной ночи. Блин, смотри, как где-то лежит. Доброе утро. День открытия. Ну ладно, одевайся. Бим, он, видишь, он доволен, он хочет идти. Он собака. Бывайся. Мальчик легкий, низовой. Да, день будет теплым. Росы нет. И вот так вот у нас рассвет потихонечку начинается. Тишина. Прохладно. Все, сейчас пьем чай и идем. Бим. Вот больше всех у нас рвется пес. Все, выдвигаемся мы на тряночку. Ну, по правде сказать, мы ее проспали. Ну, не мы, а ребята, не стал я их будить. Надо было вставать раньше. Только сейчас вернулась с полей. Ничего страшного в этом нет, потому что она не пуганная. Сейчас мы подойдем. Я потому что не знаю, где вставать. Не подходили к воде вчера, поздно было. Поднимем, если без выстрела улетит, она вернется. Выстрел с утра я не слышал, там вдалеке. Здесь никто не стрелял, поэтому я думаю, нормально все будет. Ну, квеник электрический носится. Посмотрим, на что ты бим способен. Чему я тебя за год научил. Будет толк, не будет. Каждому охотнику вообще. Всегда хочется знать, что получится из его собаки. О, кабаны нарыли. А, свежие бобрины эти. Погрызы. Бобер живет, значит. Так, ну здесь я, похоже, в сапожках не пройду. Надо одевать костюм. Да, здесь вода. Здесь только в костюме. Такой расклад. Подойти к воде не представляется возможным. Утка вся там, за стеной камыша. Ну и понятно. Такое место идеальное для нее. Она вся сбилась тут со всей речки. Вот, вся тут сидит. Поэтому надо думать что-то другое. В костюме подходить, но тогда вопрос стоит с собакой. Как быть с ним? Ладно, сейчас будем что-нибудь решать. Что будем, а? Что будем делать? Ладно, пойдем. Кстати, Вальшина я повидел сейчас. Заблудился, что ли, он тут. Ну а что, место для него подходит. Правда, сыр ему здесь, не знаю, но сидел, взлетел. Попробуем обойти с той стороны. Тактика меняется. Тимур с сыном сейчас пойдут туда в лагерь и попробуют заплыть на лодке. Оттуда. Ну, пугнуть уток. Подойти я не смогу здесь, только в костюме. Ну, в костюме ломиться сейчас смысла никакого нет. Утка вся здесь, голов 150, наверное. Вот. Часть еще не пришла, но часть здесь. Посмотрел, здесь вот пролезешь тальник вот этот. А там высокий рогоз растет уже выше человеческого роста. И вода начинает сразу. То есть кромки берега нет. Так что было там видно зеркало, поэтому придется как-то по-другому. Ну ладно. Сейчас у нас есть дети впереди, я думаю, что-нибудь придумаем. Вот здесь. И зеркало. Тут я попробую подойти все равно, посмотреть. Вот они здесь взлетают. Но к воде не подойду. Стрелять бесполезно, можно было. Ну что толку потеряешь? Даже собака не найдет. Собака меня потеряла. Ну, 5-10 назад я его звал, он меня не слышал. А дебри вот какие. И вот он там крутился. И вот я сейчас слышу, что он по следу идет.
Все-таки собаки чутьевее. Он сейчас меня найдет. Ладно, слышите? Четко по моим следам. Нашел. Ну ты че? А? Потерялся? То есть меня потерял, да, скажу? И ты, хозяин, потерялся, я потерялся. Тут утки летают, блин. Попробуем что-нибудь добыть с ним. Опять проморгал, две штуки взлетел. Ну ничего, озеро мы нашли. Можно постоять. Чувствуешь, да? Запах чувствуешь? Не терпится ему. О, какой плесик! Какой отличный плюсик. Попробуем. Стоять, может, что настоим. Слушайте, ну а я думаю, что сейчас на нас что-то налетит. Еще голов 50, уже голов 100 пришло. Короче, ждем бы. Не знаю, как в траве ты будешь работать здесь. Ты не сможешь, наверное. Трава густая вообще, ковром. Ну, если что, схожу за костюм. Бин, ты куда? Пока рано, мы себе сектор обстрела не приготовили. Все, что мне мешает, я уберу. Ну, плюс-минус. Вот теперь можно что-то как-то... Где-то градусов у меня 120 есть. Нормально и чисто, если что, бим проплывет вот здесь. Идеальное место, лучше я не придумаю. Пуха много утиного. Утки здесь полно, так что вечерка точно должна быть хорошей. Что, бим, скажешь? А? Тебе плыть надо уже? Пока сидим. Да, выстрел четкий. Блин. Блин, друзья, метров 50 я стрелял, не успел камеру включить. Думаю, рискну. И взял, блин, на глушняк. Потом попробуем забрать. Бима истерика, правда? Бим, нет, ты отсюда ее не возьмешь. Ну, подойдем потом. Старайся, она наглая. Слушайте, ну вообще прям... Эх, жалко, выстрел не снял, конечно. Очень далеко, 50 метров. Первый выстрел, первый утка. Хорошо. Заберем, шулюм будет. Блин, жалею, что выстрел не снял. И еще Майлз, стрелять, не стрелять. Ну ладно. Ребята, целый косяк. Голов 15. Ну-ка. Сиди, сиди. Блин, они не на это. Ищи, ищи, Бим. Ищи, ищи. Ищи. Ищи, ищи. Ищи, 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 ищи. Подай. Подай, Бим. Хороший. Подай. Ай, умница. Подай. Подай. Подай, подай, подай. Ай, молодец. Давай. Бим, Бим. Первая утка его. Подай, 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 подай. Истрепал все. Дай, дай, молодец. Молодец ты, мой хороший. Молодец. Все, 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 все. Все, дай. Хозяину отдать надо. Ему зубы сжал, как питбуль, блин. Подай, Бим. 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 Их еще много будет. Бим, молодец, молодец. Дай. Дай. Дай, Бим. Смотрите. Это хорошо. Бим, проморгай других. Молодец. Нельзя. Все, молодец.
Блин, проморгали. Вы лодку проморгали. Пил. Вторым достал. Че, доплывешь? Подай, подай. Стрелять близко было, конечно, никак не с руки раздробил бы. Но, блин, теперь проверим. Иди сюда. Иди сюда. Бим. Подай. Подай, подай, подай. Подай, подай. Ладно, простите. Похвалить надо. Молодец. Молодец, только на палку не нужна, Дима. Подай, подай. Патрон пожертвую ради собаки целый. Подай, подай. Патрона не жалко. Молодец, Бим, молодец. Должен найти. Ага, учуял. Красавец, подай, Бима, подай, подай, Бим, подай, подай. Молодец, Бим, подай, подай. Отлично. Что-то я за травму переживал. Он ее как трактор, бульдозер разгребает. Молодец, Бим, подай, подай, Бим, подай. Подай. Умница. Фух, просто умница. Что еще для охотника, да, который собаку держит? Видеть работу собаки. Кто-то лайк, кто-то гончих. Я спаниели. Я очень рад, что год не зря потрачен. Ай ты моя хорошая. Пойдем, Бим. Молодец. Подай, 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 Бимка. Подай, Бим, подай, подай. Молодец, молодец, Бим. Молодец. Давай, 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 давай. Выноси на берег. На берег выноси. Вот нырнул. Выноси на берег. А, отдашь, отдашь, отдашь. Дай, 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 дай. Ну ты же молодец, Бим. Ема. Слушай, ну, Бим, молодец, дай. Бим, молодец, Бим. Все, переклинило тебя, да, мой хороший? Ну, мне это и надо было. Бим, дай, 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 дай. Все, нельзя, Бим, нельзя. Молодец, молодец, молодец. Нельзя. Все, Бим, с полем. Там еще одна есть. Молодец, Бим, молодец. Друзья, я вам скажу, что это первая охота Бима. Вообще, ну в том году я его брал 4-месячным щенком, он мне принес там 2 утки. Но это так, на инстинктах. Он не понимал, что делает. А сейчас вот, в принципе, он прекрасно понял, что и как. Все. Каждому охотнику нужно вот такое поведение собаки. Не поведение, а рвение. И тогда собаке будет толк. Ты смотри, что делает. Смотри, что делает, а? Нельзя, Бим, молодец. Вот это вот и нужно. Красавец, Бим, молодец. Все. Твоя первая охота. Тебе год и месяц состоялась. Ты красавец. Ты красавец. Все, молодец. Успокойся, успокойся. Вот нельзя, Бим, все, все, молодец, молодец, Бим, молодец. А вот мои загонщики.
О, дядя Тимур как Савелий нарядил. Молодец. Кто там, Бим? Это же маленький хозяин твой. Че, где утки лежат? Вон там около берега туда плывите, увидите. Я возьму утку. Все, шулюм есть, 3 штуки. Резюме по утрянке, я считаю, очень шикарно. Добыты 3 утки. По сути, я ни разу не промазал. Ну, 3-я утка там первым подранок через камыш 2-м забил. Это минимум. Отлично. Отлично. Взят прям и такие налеты хорошие были. Вот. Палить бессмысленно, нет никакого желания. Просто так вот там по воздуху, там далеко или неудобно. Нет, стрелять надо уверенно. Но самое главное, я доволен собакой. Я переживал, как он себя поведет, поплывет ли или нет, переживал за траву. Нет, все оказалось даже более чем хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Бим, ты молодец. Башню у тебя сорвало. Это очень прекрасно. Причем такое рвение он кутки проявил, что ну это прям, это очень классно. Поэтому утряночку заканчиваем. Больше стоять нет смысла. Они еще вернутся, конечно, там, через час, через два. Но какой резон. Сейчас пойдем готовить шулюм. Это обязательно. Все, с полем, с открытием. Охота удалась уже. Все отлично. Идем в лагерь. И штаны сними. Так, все, результат у нас готов. Дядя Тимур костерчик готовит под шулюм. Сейчас уток ощиплю, разделаю. И буду готовить самое лучшее традиционное охотничье блюдо по Перу. Это шулюм из дикой утки. Уточки у нас готовы. Только что поставил. Потрошены, подготовлены, запущены в котел. Очень пеньков много, но вот одна прям более-менее жирная, что на удивление, на август. Все, сейчас начинаем готовить шулюм. Осталось совсем чуть-чуть. Стрехи, утка сварилась. Кстати, вообще очень вкусное, на удивление. Мясо прям очень нежное. Самый смак, смотрите, какой навар. Жалко, камера не передает запахи. Вот так вот у нас сейчас тут картошечка. Немножко пшена совсем. И все, сейчас еще минут 10-15 и будет вообще огонь. Коробочка кинем сверху и будет отлично. Ну что, наконец-то апофеоз нашей утренней охоты. Вот такая у нас красотища получилась. Вообще просто. Это самое главное блюдо на открытие осенней охоты на утку. Самое главное. Супчик, правильно, но это не супчик, это шулюм. Это утка-супчик. Отличный. А ты их тоже хочешь, да? Так ты заслужил. Все, приятного аппетита всем. Лагерь собрали. Вот так вот должен оставаться лагерь после туристов. Именно вот так. Ни одной бумажечки. Пожалуйста, убирайте за собой всегда. Кастрюльку заберем сейчас с супом. Это специально пока не забираем, а то товарищ здесь метится на нее. Вот это-то. Так, ну и вот завершилась наша охота. Мы убрали лагерь и уезжаем домой. На вечерку оставаться не будем. Вот нет смысла, там просто появились кое-какие неотложные дела, да и бомбить эту утку там в большом количестве никакого желания нет, потому что охота состоялась, а в плане гастрономическом сейчас утка, она ну никудышная совершенно, но нам повезло, вот одна была матерая, она была более-менее жирная, для шулюмки самое то, поэтому на вечер мы не останемся, да, Бим? Ну, может быть, приедем завтра, через недельку там постоим еще. 3 взяли, нам достаточно, да? А настрелять много нам не нужно. Бим отработал, себя показал. Сейчас, в принципе, уже на вяхер можно будет поохотиться скоро.
как раз он до середины сентября у нас держится. Вот на него, да, на него нормально. Самый главный охотник. Побывал на охоте, посидели на природе, переночевали, поели шулюм, что еще надо. В общем, ребята, всех с открытием, всех с полем. А мы на сегодня заканчиваем, да, Бим? Все, до новых встреч. Увидимся. Пока!